Зампрокурор Уральской области незаконно получил более 20 тысяч гривен. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Как выяснили сотрудники ГПУ, зампрокурора написал заявление с просьбой предоставить неиспользованные 12 дней отпуска и указал, что во время запланированного отдыха находился в больнице. Принес и справку от врача, но на самом деле отдыхал в одном из сел. И таким образом положил в карман больше 20 тысяч гривен.